Сотрудники ГИБДД, налоговой инспекции и судебные приставы провели совместный рейд по выявлению неплательщиков. Водителей проверили на все виды задолженности – от налогов и неоплаченных кредитов до коммунальных платежей. На месте работала наша съемочная группа. Проверка документов – не единственное испытание, выпавшее на долю водителей, проезжающих по Егорьевскому шоссе. После диалога с сотрудниками ГИБДД автомобилиста приглашают в мобильный офис для следующего этапа. Сейчас проверим вашу задолженность. Давайте. И чтобы вам спокойнее было. Алименты, может, кредиты. Нет, я не в разводе, я женат. Кредит есть, но кредит гасится. В списке должников этого мужчины действительно не оказалось. Ему вернули документы и пожелали счастливого пути. А вот другому водителю пришлось задержаться. Неоплаченный налог в размере 21 тысячи рублей. Составляется требование явки к судебному приставу. Ну и акт описи о наложении ареста. Погасить задолженность молодой человек пообещал в течение недели. У инспекторов ГИБДД тоже возникли к нему замечания. За тонировку стекол и непристегнутый ремень водителю выписали штраф. Одним словом, утро не удалось. Держите вам требования. Судебные приставы рекомендуют должникам не откладывать оплату в долгий ящик. Если сумма большая, ее можно разбить на части. Приходит к судебному приставу и договаривается уже, как либо оплачивать, либо там у него с зарплаты будут списывать, либо там он самостоятельно будет график платежей составляться там с приставом совместно и утверждаться. Узнать о наличии задолженности может каждый, не выходя из дома. На сайте Федеральной службы судебных приставов действует банк данных исполнительных производств. Для проверки достаточно ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения. Луиза Егязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.